Вот одна из тех историй. Все? Загорелся крематорий. И теперь где кто не разберет. Воскресенье, день рождения у тебя. Понедельник, день рождения у тебя. И во вторник, день рождения у тебя. Тебя рожали 3 дня. Тут ходят слухи, что Жириновский в объятиях юных кавалеров забывает обо всем. Только никому. Это слухи. Это всего лишь слухи. Я хочу вам всем сказать, я сама могу забрать, увозить и целовать. Мне уже за 35, суки! Как-то раз мы с мужем для эксперимента пробовать в постели стали новый способ любви. Переборщили мы. Не скажу, как конкретно. Ну, очень интересно. Проходила порнуха. Что ж там было? Он не чувствует пенис. Так, а ты? Я не чувствую ухо. Ай-яй-яй. Серега, ну ты даешь. Это надо было так? Женщины любят ушами. Да-да-да, действительно. Песня об этом. Он не чувствует, главное, пенис. Согласен. Как интеллигентно было пропето слово пенис. Хорват, батяня, а мать из Тувы. Меня зовут Бег Ёшко Желько Оглы. Хорватии норм, и даже в Туве. Но, блядь, как так жить в Костроме? Она мужчины меня сделала на лестнице. Прямо в подъезде моем мне дала любовь. Что творила со мной папина ровесница? Папина ровесница без зубов. Что творила со мной папина ровесница? Папина ровесница не днем. Там ты, ребята, ты-то. Причем... Я вспомнил. Какая грязь. Это, кстати, оригинал. Он в Москву приехал с Дальнего Востока, чтоб в столице стать известною звездой, чтобы на столе всегда была дорога и фанатки только с бритой дай. Но очень уж жестоко в шоу без дорога парням с Владивостока жестоко, пиздец. Звезде с Владивостока пришлось глотать глубоко до самого истока, продюсера конец. Да. Истока. Хорошо, что у меня все продюсеры женщины. Да. Давай. Это рейс победы. Водочкой пропах. Это сервис со слезами на глазах. Лоукостер с сединою на висках. Рейс победы, рейс победы, задерживается. Я эту песню не хочу петь, но раз ее кто-то прислал. Люблю минет, причем глубокий. Всегда о нем одном мечтал. В океанариуме как-то я прилипал, увидал. Ну вот и ты, рыба моей мечты. На живца, так сказать, на живца. Дружба крепкая между семьями, специфический отношений круг. Тут муж жену не бросит, с кем была не спросит. Вот что значит настоящий свингер-клуб. Да. Мне 43 года. Доброй ночи.
Короче, смотрю новый выпуск с присылаемыми песнями. Видны проблемы. Пожалуйста, исправь. Эксперт по проблемам. Уже всего 3 исполняется, причем они совсем не ровня моим отправленным. На которые реакции так и не поступило. У меня 2 просто сумасшедшие. Оттестировал и пел кучу раз на разных аудиториях. Бля, накипело у чувака, конечно. А вы их игнорируете или что? Или что? Или вы не поняли, что за песни? Просто хотел уточнить. А, нет, посмотрел целиком. Спасибо, что в этот выпуск не вставили. Вставьте в следующих выпусках, где смешно будет. Дублирую. Вдруг проебали. Да, блядь. Да спой уже. Просто смотри, уничтожает нас вообще человек. А теперь давай мы все... Песня номер 1. Блин, оттестированный альбом. Все не то и все не так, когда твоя девушка Артем. Раз. Оттестированная раз. Я хочу... У меня 2 просто сумасшедшие. Я напоминаю. Так, первая сумасшедшая прозвучала. Я хочу извиниться, что не брали песню. Вторая. Белеет мой фалос такой одинокий, я с неграми в бане сижу. Я их оттестировал. На разных аудиториях. В бане. Вы не читаете, что ли? Продолжает. Вы не читаете, что ли? Ребята, смотрел выпуск, ну были хорошие песни, а эти-то чем не заходят? Гораздо круче многих. Или вы их пропустили? Как понять, получили или как? Да, блядь. Проходит небольшое время. Сколько? Вы, блядь, конченые там все, что ли? Хорош! Блин, король. Ну, говно такое в эфире пускать, когда есть огниво неебическое. Бля, прожил. Долбоящеры! Под огневом неебическим подразумевается. Белеет мой фас такой одинокий, я с неграми в бане сижу. Огнево не ебите! Долбоящеры! Спасибо, что прочитал мои сообщения. Вы там что, все, блядь, конченые? Прикинь, сколько он времени ходил и психовал, то есть за то, что мы не прочитали. Ребят, пишите в комментариях, это огнище ложись спать, 3 часа ночи или нет. Иди нахуй. Тём, только это не чик, хорошо? Иди нахуй. Может, на работу сходишь? Чё ты по разным аудиториям ходишь? Песни свои поёшь, эти про негров. В институте, в аудитории. Сука, я их доконаю. Конченые. В 5 утра. Сегодня Цоем... Добью. Мужиков разъебал. Чем эти пидоры? Серега помер нахуй. Блять, а эти пидоры кончены. Не берут плохие песни. Серега, педалага, сдох со смеху. Жертва, блин. А я напишу. А я напишу. Да ты им напиши, Валера. Ну напиши, ты не терпи. Ты напиши, что они долбоящие, кончены. Отправили. Ну не знаю. Она с грудными... Ну напиши ты. Ну ребенок не спит. Мам, папа, написали. Валера, если не споют, к Малахову поем. Он их всех, блядь, сдаст. Весь двор еще собрался. Еще трубки не берут, пидорасы. Ой, фуф. Спасибо тебе. Вот это эмоции.